Друзья мои хорошие, приветствую вас на канале «Сельские мотивы». Меня зовут Катя, и сегодняшний ролик будет посвящен моей коллекции фикусов Бенджамина. Ну, коллекция совсем молодая, это громко сказано. Всего их 9 штук, но я вам хочу сказать, что покупала я 5 штук, а еще 4 мне подарили. Я вообще не поняла, как у меня появилось их такое огромное количество. С чем это вообще, как это такое могло произойти? Ну и, собственно, какая проблемка у меня сейчас с ними, со всеми? Практически всем им очень тесно уже в этих маленьких стаканчиках, в которых они находятся. Понятно, их хозяйки укореняли их. И, конечно, для укоренения действительно необходим маленький горшок, но уже укоренение давно позади, поэтому я сегодня их перевалю в горшочки чуть побольше. Я искала у себя какие-то красивые небольшие маленькие горшки, но у меня их не оказалось. И действительно, я стараюсь покупать такие горшки уже на литр, на 2 литра, которые побольше. А таких уж совсем маленьких горшков декоративных у меня нет, поэтому я решила посажу их просто в техническую тару, в которой тоже они недолго посидят, а потом потороплюсь посадить их в красивые декоративные горшки. Вот такая история. Думаю, начну ролик с обзора, расскажу вам, вкратце расскажу про каждый сорт, покажу, а потом пересажу и покажу, что уже получилось в конце. Ну что, поехали. Ну, первый вот этот вот сорт Лакия. Вот такой он интересненький, очень даже красивый. В нем преобладают белые пятна, с белой варигатностью он. Конечно, чем старше само растение фикуса бенджамина, тем сильнее проявляется варигатность. Но этот, хотя и малыш, он всего лишь тут 7-8 сантиметров высотой, но уже достаточно сильно проявляется варигатность. Ну и, конечно, я так поняла, что это ко всем, кстати, относится растениям, не только к фикусам бенджамина, что если у растения преобладает вот такой вот белый цвет, тем оно больше капризничает. Я имею в виду, что, например, вот этот вот экземплярчик, чисто зеленый, что он по сравнению вот с этим совершенно не капризный. Вот этим нужно и больше света им нужно, и так за ними следить, как бы не переувлажнять и не засушивать. Так что вот такие дела, будут за этим следить Лакия. Вот этот сорт, она сказала, Нитиди Гавайти. Вообще из всех мне этот понравился больше всего. Из всех сортов, которые я рассматривала, у этого наибольшее количество белых областей на листьях. Все-таки тот Лакия, он тоже такой беленький, но все-таки у этого больше белых пятнышек, больше. И он, конечно, очень капризный, он так медленно растет, но его хозяйка, продавец, меня предупреждала о том, что он растет медленно, и я вижу уже, что за эти 2 месяца все остальные фикусеныши мои подросли, а вот этот Нитиди Гавайти, он как-то в одной паре, и всего лишь один вот этот маленький листочек у меня появился. И вы знаете, я даже думала, что он пропадет в какой-то момент, потому что он как-то скукожился и уже так начал желтеть, но, слава богу, я не так давно, где-то месяц назад, установила фитолампу и поставила его прямо под фитолампу. Как он под ней ожил. Это прямо-таки на глазах. Прямо на глазах он ожил. И, слава богу, он не сдох. Я надеюсь, что он не сдохнет. И даже выпустил вот этот малюсенький листочек. Так что этот у меня из всех самый капризный малыш. Вставлю его назад. Поехали дальше. Вот 2 примерно одинаковых сорта. Сейчас, по крайней мере, они выглядят примерно
ну, не сильно отличаются, скажем так, друг от друга. Хотя, конечно, различия есть все-таки по окрасу листьев. Это сорта Кинки и Голден Кинг. Вот такие. Не знаю, я уверена, что со временем разницу сортовую будет видно посильней. Так, дальше у нас идет сорт Golden Manique. Вот, тоже мне очень понравился. Видите, он такой зелененький салатовый лист. И у него такие по центру листа темно-зеленые пятнышки. Очень даже интересный сорт. Мне понравился. Дальше у нас идет тоже сорт Safari. Тоже он мне очень даже приглянулся, просто этот экземплярчик, он еще маленький, поэтому не видно, не видна его вся прелесть. Видите, на некоторых листочках, на некоторых, есть такие, ну, небольшие совсем светлые штрихи. То есть он такой зелененький, темно-зеленый, и лишь на некоторых листочках вот такие по краям, идущие к центру, такие вот штришочки, черточки светлые. Конечно, взрослые растения выглядят гораздо более привлекательнее, чем вот этот мой. Но я уверена, что этот тоже еще покажет всю свою красоту. Дальше вот этот вот сорт Безымяшка. Просто Безымяшка, мне его подарили. Кстати, да, вот эта продавец, у которой я покупала все остальные, она мне его подарила, сказала, что он у нее как бы просто лишний, она не знает название сорта. Ну и вот он ко мне приехал, но тоже он мне нравится, но что, нет никакой вариагатности, но зато у меня есть такое надежное растение. Оно, кстати, да, достаточно быстро растет. Он такой маленький ко мне приехал, вообще маленький, примерно на вот такой высоте. И видите, уже больше, чем в 2 раза вымахал. При том, что даже, по-моему, в тени стоял. Вот этот достаточно большой, кстати, фикус. На нем написано Moonlight. Мне его тоже подарили. Подарила мне его женщина, у которой я покупала свою монстеру с варигатностью. Вот она мне такой уже большой фикус Бенджамина подарила. Moonlight. Ну, такой, да, интересный светлый лист. И белая варигатность, идущая по краю. Очень интересный, да, прикольный. Спасибо за подарок. Дальше. Вот этот вот цветочек. Вот этот. Это, конечно, не фикус Бенджамина. Вы уже все заметили. Это что-то другое. У меня написано, что это брейния снежная. Точнее, вот на стаканчике написано. Тоже я на нее обратила внимание. Мне сказал продавец, что это брейния, это родственница этих фикусов Бенджамина, что это близкие родственники, но чем-то она все-таки отличается. Ну и действительно, у нее очень мелкие листики, и они мягкие на ощупь. То есть если вот эти вот фикусы, у них прям жесткая такая листовая пластина. Все-таки брейни, она какая-то нежная. Какие-то нежные листочки такие у нее. Мягенькие такие и маленькие. И чем она старше становится, тем больше у нее появляется вот этих белых черточек, белых точечек. Когда она совсем малышка, она может быть совершенно вся зеленая. И никаких даже белых пятнышек у нее и близко может и не быть. Вот такая она красотка. Но мне очень нравится. Кстати, я очень ее люблю. И, кстати, вот ее очень давно пора пересадить, потому что она пересыхает просто моментально. Иногда я ее поливаю даже 2 раза в день.
Настолько быстро она пересыхает. Ну и, конечно, она очень хорошо отзывается на опрыскивание. Те фикусы тоже, кстати, замечательно отзываются на опрыскивание. Все-таки не зря говорят, что фикусом Бенджамина ежедневные опрыскивания чуть ли не жизненно необходимы. Но вот конкретно по этой вот красоточке Брейни я могу сказать точно, что ей опрыскивание необходимо, потому что я прямо даже практически каждый день с утра наблюдаю, как она повесила свои листики. Быстренько ее поливаю. Ну, водичка, конечно, вытекает из поддона, и быстренько давай ее опрыскивать. И пару часов проходит, и опять она стоит красивая, пушистая, как ни в чем не бывало. Друзья, ну а что касается грунта, я так поняла, что грунт, как практически и для всех остальных комнатных растений, не только комнатных, для всех горшечных растений, я бы так сказала, должен быть рыхлым, воздухо- и влагопроницаемым. Его я буду составлять из своей садовой земли, смешивать с торфом и добавлять агроперлит или вермикулит. К сожалению, у меня нет песка, было бы замечательно, если бы дополнительно был добавлен туда и песочек. Но, вы знаете, дело в том, что новичок, с этими фикусами я не работала раньше. Точнее, я работала, но успешного опыта у меня не было. Я была молодой еще, скажем так, и интернета в помине не было. Я приобрела фикус, который был поражен щитовкой. Очень сильно поражен щитовкой. И я там, что мне советовали, делала, но как-то химикаты не применяла. Использовала мыло, чтобы его удалить. Пыталась. Потом кто-то мне сказал, что нужно состричь все листья, и тогда, в общем, щитовка пропадет. Но дело в том, что я состригла все листья, и у меня просто фикус Бенджамина, он просто погиб в достаточно короткий промежуток времени. Так я лишилась одного из своих самых любимых растений. Ну а теперь, слава богу, у нас есть достаточно такие сильные препараты, которыми мы всегда можем воспользоваться. У нас есть и YouTube, и какие-то другие ресурсы, где мы можем почерпнуть знания. В продаже это все, пожалуйста, приходи и покупай. В любой торговой точке практически, в которой продаются растения, там же есть и химия для этих растений. Так что сейчас вообще просто золотое время. Конечно, щитовка — это такой достаточно коварный вредитель, но вывести его можно. Друзья, ну вот я уже подобрала горшочки и подписала такие этикеточки, чтобы я не перепутала потом сорта, потому что я пока еще их совсем плохо запомнила. Может показаться, что горшок, в который я собираюсь сажать, он намного больше предыдущего, но на самом деле нет. Да, действительно, есть такая иллюзия, но я примерила, и показалось, что он всего лишь на 2 сантиметра шире, чем предыдущий горшочек, представляете? И все остальные горшочки тоже я примерила, они в самый раз для пересадки. Так что сейчас посажу. Вот, видите? Кажется, какой огромный горшок по сравнению с предыдущим. Но на самом деле не такой уж он и большой. Но вместо дренажа я беру пенопласт. Очень мне понравилось пенопласт, а не керамзит, как раньше. Так, ну вот я уже пересадила растения в новые горшочки. Ну и показываю вот для сравнения, насколько новые горшки все-таки визуально больше старых. В таких кассетах находились мои растюшечки. Ну и дело в том, что теперь внезапно передо мной стала новая проблема, куда же я поставлю эти все горшочки, потому что до этого они занимали в 3 или в 4 раза меньше места по площади. Ну, пока пусть, наверное, тут постоят до утра. А утром, наверное, высвобожу им какой-нибудь подоконник.
Все-таки у меня к вам вопросы, поскольку для меня это растение совсем новое. Вы мне, пожалуйста, в комментариях обязательно напишите, если у вас есть фикусы бенджамина, как вы за ними ухаживаете, устраиваете ли вы им холодную зимовку или держите их все-таки в своих домах в комнатной температуре. Чем вы их подкармливаете, потому что на данный момент для меня это вообще темный лес, я их вообще никак не подкармливала совершенно, то есть... Питание полностью брали они из той земли, в которой сидели. Ну, а сейчас какое-то время будут питаться свежей почвой. Так что все это или все, что вы считаете нужным, напишите мне. Буду рада увидеться с вами в новых видео. Пока-пока!